Девка, спасибо, спасибо. Регин, спасибо, спасибо. Вазгаева, спасибо, спасибо. Спасибки огромное. У меня Инстаграм, да, есть. Вы можете со странички перейти. Регин, спасибо. Спасибо. Спасибо за донаты. Нет, я их не блокирую. Нет, еще не ужинала. Я вот поеду ужинать и буду в Инстаграме трансляцию вести, как всегда. А, кстати, вот спрашивали, что про еду. Вот как раз из Макдональдса. Да. Черная звезда, привет, привет, привет. Юсер, привет. Бэйби, привет, привет, привет. Конечно, летала и не раз. Ну, я не знаю, ты же ночью спала, а я вот не ночью, ты раньше меня уснула, а я до 10 бродила. С девушкой это классно. Девка, привет, 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 Костя. Вау, неужели, может быть, я станцую? Тетя Люся, спасибо, спасибки. На твоей свадьбе уже скоро. Глядишь, смотри-ка, и все. Конечно, есть. У меня вообще целый дом из зоопарка. У меня собака, кот, хомяк. В общем, веселая компания такая. Армянка, привет, привет, привет. Назрин, привет. Ну, Катя, Катя. Ну, везет тебе на таких. Не знаю, Кость, может, я попробую где-нибудь на мамбе знакомиться? Я не, ну, 3 года это уже много, Кость. Там уже делать нечего. Там уже и привычка, уже и все, они уже проверенные. Симпсон, спасибо. Армянка, спасибо. Ксюшка, спасибо, солнышко, спасибо. У меня больше татарской крови. У меня все в роду татары, кроме дедушки. Дедушка у меня еврей. И все вот такая у меня. Вот такая у меня смесь. Милка, конечно, иди делай уроки. Ксенчик, спасибо. Спасибо за огонечки. Девка, спасибо за корону. Спасибо. Бэби, привет. Пирожок, спасибо за огонечки. Спасибо. Который час? У меня 22:41. Диор, добрый. Я нет, я не киносундук, мой номер 54, ребята, а отлая вот никак. Вот маникюр вообще люблю френч, но вот у меня не было времени. Ника, спасибо за стар, спасибо. И мне сделали, в общем, так по-быренькому. Вот такой, потому что я пришла к ней в 10 часов ночи, вечера, вернее, говорю, сделай мне что-нибудь, дорогая.
ногти уже все. И вот она как бы сделала мне. Слушка, спасибо. Я никого, Костя, считаю, что не надо ни под кого подстраиваться и вообще, да, надо меняться в лучшую сторону, чтобы кому-то что-то понравится. Нету смысла, ты никогда все равно не понравишься, если ты уже не нравишься. Алфуна, привет, привет, привет. Сигна 6 активчиков. Из френд-зоны ты никогда уже не перейдешь в зону любви. Это, что вот сначала дружишь, а потом это такие редкие случаи, очень редкие случаи. Но если это тебя радует, Костя, если тебя это вдохновляет, ее переписка, ради бога. Спасибо за огонечки. Нет, невозможно все. Нет, ты не прав. Надо реалистично думать о жизни. Активчики вот у нас на верхнем окошечке. Два активчика 838. Диджей, спасибо. Юль, спасибо. Юлия, да, спасибо. А Сигма вот 6 активчиков, 6 активчиков. Бэби, дела хорошо. А вот у нас тут получается, у тебя только три активчика. Нет, Костя, если ты человеку не нравишься, ты никогда не понравишься. Насильно мил не будешь. У меня есть такой один знакомый, я тебе рассказывала. Он работает на шинке. Он 3,5 года. Все ждет и говорит каждый раз, вот когда ты расстанешься со своим парнем, я буду дожидаться, я, короче, такой. И моей маме говорил, я, короче, все, я настойчивая. И эта настойчивость к чему привела, что я с ней перестала общаться вообще, даже как с другом. Няшка, спасибо за стар, спасибо. Ребята, дружим с четырьмя окошечками сверху. Ленара, привет. Юлия и Даня, спасибо. Ребят, дружим с тремя окошечками сверху, дружим. Ксюшка, ну что делать? Лиан, привет. Спасибо. Бравл Толк, спасибо. Юлия и Даня, спасибо. Вот, у вас уже по три активчика. Ленар, спасибо. Юлия, Даня, спасибо. А, любимые предметы в школе, ну, вообще я школу не любила, вот честно скажу. Но я, наоборот, вам, ребятки, скажу, что надо учиться, потому что... И вот сейчас, если мне вернут школьное время, в школьные года, то, конечно, бы я училась хорошо, потому что все-таки образование очень нужно в жизни.
Хотя говорят, что да, возможно, что многие без образования чего-то достигают, но это намного тяжелее. И у вас более меньше обзор жизни становится, где вы можете, в принципе, реализоваться без образования. А так, если у вас есть образование, вы можете что угодно. Я знаю, что школа ад. Я все это прекрасно знаю. Ну, а что делать? Подписка 40 активчиков. Ребятки, 40 активчиков. Ассигна 6 активчиков. Ева Стар, спасибо. Закат, привет, 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 привет. Нет, не детская. Юля и Даня, спасибки.